Вячеслав Силович так уже много сказал, что даже я не все, в общем, присоединяюсь частично и расскажу только подробно об одном его произведении. Готовясь к сегодняшнему докладу, я посмотрела и по интернету, и в литературной энциклопедии, и в словарях, что такое фантастика. И оказалось, что ее определяют по-разному. Оказывается, что это и научная фантастика, и мифы, и мистика, готика, встречи с инопланетянами, словом, все что угодно. Но все это востребовано. Думается, что эта неточность определений связана с мировоззренческой эклектикой нашего времени, когда взрослым людям вдруг понадобился Генри Поттер, граф Дракула, хроники Нарнии и прочее. Но это одно и то же. Я видела в Париже гигантскую очередь за Поттером, в котором уже стояли люди и просто расхватывали. И вот мне кажется, что я могу предложить некоторое n-мерное пространство. Я предлагаю 4 пространственных измерения, но число их, конечно, можно изменить. Для классификации и описания, да, произведений фантастического рода. Какие же это пространства? Первое пространство – это соотношение октантов х и y. Что может быть х и y? Человек обычный, природа как таковая, природа как артефакт. Существо реальное, но из иного мира, ну, скажем, марсиане, прилетевшие Уэллса. Существо иррреальное, но воспринимаемое как живое, призрак. Существо иррреальное, но воспринимаемое как неживое, точнее, неживущее. Вот первое пространство – это список этих октантов. Второе пространство – это предикат, соединяющий X и Y, побеждает или помогает. То есть, например, фея помогает Золушке, а готические призраки губят человека. Наконец, третье пространство – это аксиология действия. Оно положительно, то, что происходит, или отрицательно – ну, в упомянутом нарративном регистре. И, наконец, четвертый параметр – это время протекания действия – настоящее, прошедшее, будущее. Таким образом, как мне кажется, любое произведение, причисляемое к фантастическим, может быть помещено в ячейку этого мною предложенного пространства. Ну, например, капитан Немо, герой Жюля Верна, человек, побеждает природу при помощи новейшей техники. Он позитивный герой. Действие происходит в настоящем времени. Инженер Гарин, герой Алексея Толстого, также создает в настоящем времени новейшую технику, но он носитель негативной аксиологии, так же, как изобретатель, голова профессора Дуэля, также негативная. Но я отвлекаюсь сейчас от того, почему в советское время такие индивидуалы гении, типа Гарина, были не нужны и описывались отрицательно. Ну, он, собственно, в первоначальном варианте просто диктатор, а в последних вариантах он диктатор, которого свергает победная революция, но это уже цензура придумала. А первоначально у Толстого это технологическая диктатура, которая, то есть что-то вроде глобального капитализма. Так что в таком случае это даже вполне предчувствие нашего близкого будущего. Ну, дальше продолжаю. Граф Дракула встречается с реальными людьми и является иррреальным существом, воспринимаемым как живой человек. Он побеждает людей,
действие происходит в прошедшем. Геракл, реальный человек, побеждает живое существо, например, льва, в прошлом. Это миф. Золушка же – существо сказочного мира. Фея крестная – живое и реальное существо иного мира. Она ей помогает. Действие происходит в прошлом, это сказка. Готика – встреча в прошлом реального человека с существом ирреальным из иного мира, которое побеждает человека. Ну, вот таков уединенный домик на Васильевском острове, английские готические повести. Возьмем рассказ Брэдбери «В серебристом и лунном свете». Здесь реальные люди побеждены реальными существами, но иного мира, марсианами, поначалу прикинувшись близкими им людьми. Итак, каждое произведение можно, как мне кажется, легко описать по предложенной выше схеме, найдя ячейку в этом многомерном пространстве. А что такое позитивно оцениваемая победа человеком над природой в далеком будущем? Это утопия. Вот об одной такой утопии я хочу рассказать. Это повесть нашего замечательного писателя Владимира Федоровича Адоевского «Русского гофманианства», 4338 год. Ну вот Вячеслав Всеволодович говорил о фантастике у Адоевского, но мне хотелось бы назвать также его рассказ «Космарама», по сути, предваряющий основу психоанализа и предвидения, когда герой видит перед собой реальных людей, а в космораме, то есть что-то вроде современного телеэкрана, слышит их подлинные внутренние речи и понимает их подлинные чувства. Этот рассказ написан за 100 лет до известного рассказа Дафны Дю Брюе «Синие линзы», по сути говорящего о том же. Только там героиня вдруг начинает видеть людей в виде животных и пресмыкающихся. И образная суть этих животных передает их, близких героине людей, там муж, медсестра, подлинную человеческую суть. Ну, утопия 4338 год не была опубликована при жизни Адоевского, как сказал уже Вячеслав Всеволодович. Отрывок из второй части был написан, напечатан в журнале «Московский наблюдатель» за подписью «В. Безгласный». Второй отрывок был напечатан в 40-м году, а в общем, наиболее полно, эта утопия была опубликована в 1926 году в издательстве «Огонек» под названием «4338 год. Фантастический роман» под редакцией и вступительной статьей Цехновицера. Итак, какой же предстает будущая действительность в повести Адоевского? Значит, так как моя тема сравнения с действительностью, каждый раз восторженно констатирует поразительное практическое совпадение, я не буду, а только в редких случаях. И обязательно буду отмечать только совсем нечастые совпадения видения Адоевского с нашим веком. Итак, он пишет: человечество – это брошенный камень, который постоянно ускоряет движение. По-моему, это прекрасная фраза. Значит, технические возможности человечества постоянно ускоряются. В этот период в мире правят, по сути, две нации – китайцы, герой повести «Китаец» и «Русские». Американцы одичали от своих спекуляций и поэтому вынуждены продавать свои города. Русские опережали китайцев технически, но те быстро эти все открытия и изобретения у них переняли и пошли дальше. Дело в том, что 500 лет тому назад у китайцев, цитата, родился великий Хунгин,
который пробудил, наконец, Китай от его векового усыпления или лучше сказать, мертвого застоя. Вот о великих китайцах мы уже знаем. Для перемещения используются аэростаты. Это что-то вроде воздушного такси, как в фильме «Пятый элемент» Бессона. А также гальваностаты для дальних перелетов и электроходы, это термин Адольского, для наземного перемещения. Герой повести говорит, летать по воздуху есть врожденное человеку чувство. В гальваностатах, то есть дальнее перемещение по воздуху, есть сложные устройства, которые показывают перемену атмосферы, слоев воздуха и предупреждают направление ветра. Вот все это имеет. Для удобства перемещения под морями прорыты туннели. Улицы освещаются гальваническими, то есть электрическими, фонарями. Гостиницы для прилетающих. Теплые и удобные снабжены прозрачными крышами, а по ним бегут светящиеся буквы приглашения. То есть это теперешняя реклама, движущаяся. Это все так. Всюду тепло, так как теплый воздух из экватора перегоняют по трубам в холодные страны. Вот этого у нас еще нет. Все домашние животные стали маленькими. В том числе поэтому мы движемся, да? Да, лошади и коровы. Растения очень сильно изменились, так как их соединяют посредством прививки. К бассейнам приделаны некие клавиши, так что когда разбегаются ледяные струи, звучит приятная водомузыка. Вот такие поющие фонтаны я видела в Болгарии, в Болгарии. Именно это, значит, поющие фонтаны. Книги исчезли. Вместо них функционирует камера-обскура, которая снимает все, что нужно, и делает рассылку в нужном числе экземпляров. То есть это, я как понимаю, цифровой фотоаппарат, одновременно ксерокс и рассылка. Но изобретена некая книга, в которой посредством машины буквы могут меняться, и она превращается тогда в другие книги, или меняется сама. То есть это предвидение компьютерной техники. Книги, если и пишутся, то скорее словом телеграфическим, а в основном в виде таблиц, карт и некоторых вводных или соединяющих замечаний. Но это можно считать предсказанием PowerPoint проектора. Каковы же люди этой эпохи? Они здоровы и хорошо выглядят, так как бледность, вот учтите эпоху, и излишняя худощавость считается признаком дурного воспитания. Значит, должна быть натуральная красота. Вот обратите внимание на эволюцию 20 века. Хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины. Они работают, но при этом имеют отпуск, когда с удовольствием отдыхают. Одежда на людях будущего сделана из эластичного стекла, то есть синтетика, легко поддающегося фасону и менее цвета. А вот дальше это поразительно. В их одежде, особенно у женщин, много блестящих инкрустаций. Например, в виде бабочек на груди, вот мы это все видели недавно, которые переливаются ярким блеском, когда на них попадает электрический свет. Вот дискотеки. В волосах у женщин часто вплетены или вколоты цветные шарики. Я это сейчас вижу у молодых девушек, которые тоже переливаются разными цветами. Последним озарением нельзя не удивляться, имея в виду их прицельную конкретность. Вообще кругом много блеска, как на концертах,
как в домах и в одежде. Вот там я видела последний концерт Земфиры, который стоил миллионы, и там все сверкало и блистало. Интересно, что одежда мужчин Адольфским или его героем-китайцем практически не описана. Люди подвергают себя магнетизму, то есть гипнозу, под влиянием которого они говорят объективную правду, даже если до этого они пытались ее скрыть. То есть это детектор лжи. Однако при желании можно принять магнетическую ванну просто для бодрости и для восстановления сил. Едят люди в основном пищу, синтезированную в виде газа, и пьют азот или другой газ. То есть их пища резко отличается от даже наших. Науки обсуждаются в зале ученого конгресса, где обсуждаются все науки, и подлинные ученые являются членами этого ученого конгресса. Но, к сожалению, у Академии толпятся псевдоученые, которые всеми силами хотят распространять свои лженаучные притязания, а не наверху так, и требуют научного признания. Пожалуй, это место является единственным пессимистическим в этой повести. То есть победить природу можно, а псевдоученых нет. Итак, многое из этой практически недавней повести уже осуществилось. Не достигли пока такого мирового первенства русскими, но уже поднимаются китайцы. Не идет по трубам тепло с экватора, но грядет, как предсказывают, мировое потепление. Мы не едим газ и не пьем его, но пища во многом уже подвергнута химическому синтезу. Повесть начинается тем, что через год Земле угрожать будет комета Вьеве. Но и сейчас нас пугают астероидом 2036 года. Хочу кончить некой поразительной фразой. Так как повесть Адольфского в основном не кончена, то в конце окончательной и наиболее полной ее публикации помещены в издании отдельные фразы и обрывки текста. Так совершенно изолировано на странице 444 того издания, которым я пользуюсь, читается странная и пугающая фраза. «Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон». Эта фраза никак не связана с остальными контекстами. Почему же она пугающая? Пугающая потому, что существа иных миров и иных планет почему-то всегда изображались людьми с древнейших времен, как зеленые человечки, вообще зеленые. И что имел в виду в этом случае Адольфский, неизвестно. Пожалуйста, вопросы. Я, может быть, не вопрос, а замечание по поводу зеленой, что мне приходит в голову, это что зеленый дополнительный к красному, и я знаю уже из медицинских рутинных вещей, что препараты, связанные с кровью, исключают использование хлорофильных продуктов, таких как там зеленые огурцы и так далее. То есть на самом деле противопоставление красное и зеленое имеет довольно существенный смысл. Значит, если красное считать цветом человеческой крови, да, то зеленый действительно цвет чего-то нечеловеческого. Да, вероятно, да. Но эта фраза так висит. У меня такое, откуда он брал эти прозрения? Ну, многое, мне кажется, описанием 18 века, скажем, балы, комфорт, такие вот устройства домов, уж украшения, свет, фея и так далее. Мне кажется, что многое из того, что он чуть-чуть это переделывает, то, что он знал, то, что было в несколько другом виде. Потому что если прочитать
18 век, и раньше, и муж рококой и так далее, все эти изыски, то оказывается, что в общем это очень похоже на то, что он переносит в будущее. То есть он как бы это видел, он формулирует это по-другому. Например, вот эти сверкающие бабочки, украшения. Ну, сколько описано, скажем, украшений причесок, которые колбочки с водой и свежие цветы. Это то, что сейчас часто для того, чтобы цветы стояли дольше, их помещают в эти колбочки. То есть это уже было. Это очень интересно, опять-таки, что он в каком-то смысле, я не хочу сказать, что это вообще все то, что он пишет, это то, что он видел на балу где-то или читал. Но тем не менее, вот вы, Татьяна Михайловна, ты, Таня, только что была на конференции инноваций, и опять-таки самое лежащее... Новое – это хорошо забытое. Да. Это лежит все на поверхности. Но очень часто... Электрический свет нет. Электрический, электрон и так далее. Ну, что-то в этом роде было. Я не знаю. Я чувствую, что не права, но, может быть, в чем-то и права. Чего? Вот я вижу. Да, вижу. Кто мне? Наташа, пожалуйста, Наталья. Татьяна Владимировна, в продолжение вашего наблюдения я хочу добавить, что описание академии, где заседают истинные ученые, и вокруг которой толпятся лжеученые, в точности повторяет сатирический памфлет Вольтера «Храм вкуса», где в храме вкуса сидят ученые и поэты, а вокруг него толпятся сабан и лжепоэты, которые всячески препятствуют зрителям попасть в истинный храм, отвлекают их, делают много нехорошего, но сама ситуация действительно легко узнается по этому знаменитому памфлету Вольтера. Мне кажется, что дело не только в том, что отдельные элементы с чем-то совпадают и повторяют, а в общей картине, которую он обрисовал. Общая картина как бы некий пазлик, который не соответствует прошлому ничему. Я это представляю действительно как в фильме «Пятый элемент», когда такси вот так вот в воздухе мечутся, рекламы, воздушные гостиницы и прочее. Да, мы сейчас имеем, безусловно, победу визуального ряда над аудиорядом. И это все больше и больше видно. Ну как, это было и во времена «Короля Солнца» тоже, да. И, не знаю, римских императоров. Да. Что такое? Это не опровергает. Мы воспринимаем. Вопрос стоит о рекурсивности эволюции. О винтажности. Может быть так, да. Татьяна Михайловна, а с чем связана вот эта незаконченность самого романа? С его какой-то принципиальной установкой? Ясно, что он занимался множеством других вещей, очень интересных, и музыки, и, да, и дипломатии, и журналами. Да, но вот было ли это для него таким произведением для самого себя или для какого-то узкого круга, или все-таки какие-то попытки его публикации как? Я знаю, что он пытался, как я говорила, еще раз пытался, еще дорабатывал, но просто не кончил окончательно. Ведь недаром мужчины там не описаны никак. То есть какая-то шла доработка. Но не знаю даже, почему не кончил. Ну, Адоевский практически ничего не кончил. То, что мы знаем об конченого, это сотая часть того, что он начинал. Его архив, о котором вы вспомнили, не может быть опубликован еще и потому, что он состоит из огромной груды разных бумажек, да, так сказать, в хаотическом беспорядке. Да, и на них что-то такое нарисованное написано.
он принципиально не заканчивает. Более того, в 45-м году он собирался издать трехтомник, где, наконец, вот, подвести какой-то итог. Никакая цензура ему не мешала, он просто его не издал. У него не было установки на публикацию завершенного произведения. Я с грустью и горечью прочла вступительные статьи его сборнику, что потом уже, будучи глубоким стариком, ведь ему исполнилось уже 60, он был сенатором и, в общем, давно отошел от интеллектуальной деятельности, которая в таком возрасте невозможна. Ну, кроме того, я хотел сказать, что, конечно, были социальные проблемы, и он предсказывал сам себе вещи, которые для других не были вполне понятны. У него поразительная реакция на восстание декабристов. Вы знаете, что он ведь был руководителем кружка любомудров в Москве. Как только произошло восстание, не дожидаясь ничего, он этот текст собрал и сказал, что сейчас прекращается деятельность кружка, все материалы уничтожить и всем уехать в Петербург. Что сделал он, сделал Титов, которым я занимался по поводу уединенного домика и так далее. То есть понимание возможности этого тоталитарного русского государства у него было значительно выше, чем у окружающих. Поэтому часть того, что он не доводил до конца, связана с его хорошим пониманием окружающей среды. И поэтому то, что он потом сделал эту официальную карьеру, как бы обратная сторона того, что он их основательно изучил. И ничего, в общем, не делал, что они могли бы использовать против него. Вот это, несомненно, так, что он был сверхосторожен, в отличие от многих других в это время. Я от своего кузена. Я думаю, что он в этом смысле напоминает Андрея Белого. Знаете, что соединением мистических интересов с глубокой прозорливостью по поводу тоталитарного режима. Вы знаете, что поражает в Андрее Белом? В Петербурге он произвел изменения соответствующие советской цензуре в момент, когда он возвращался из эмиграции из Берлина в Россию, которая еще казалась вот снеповской свободой. Да? И поэтому Петербург несколько раз переиздавался, потому что он сам исключил все, касающееся соединения революции с провокаторством, что очень важно для основного замысла Петербурга, и что исчезло из этого цензурованного им самим варианта. То есть мне кажется, что это вот такая интересная черта некоторых фантастов, что они настолько хорошо понимают русскую реальность, что их фантастика им самим не мешает. Фантастический реализм. Да-да. Спасибо. Тогда...